Под такие зажигательные звуки джаза началось общегородское родительское собрание. Пришли учителя, воспитатели и родители. И не просто так, а для того, чтобы узнать, какой он путь к успеху. Каждый год посвящаем, ну, скажем так, наиболее острым, наиболее актуальным проблемам, которые есть в системе образования, есть в системе воспитания наших детей. В этом году наше собрание называется «Путь к успеху». Мы актуализировали эту тему потому, что сегодня очень много возможностей для детей развиваться. Бессменный тандем родителя и ребенка всегда дает успешные плоды. Но и о другом немаловажном дуэте ребенка и учителя забывать не стоит. Ведь именно школа служит помощником в достижении целей. И здесь важна работа учителя, который должен давать знания, принимать мнение ученика, разглядеть способности и развить таланты. На развитие ребенка влияет и множество других факторов. Путь к успеху – тема непростая, сложная. Она требует системного подхода, комплексных решений. Фактором, влияющим на достижение успеха в нашей жизни, является и создание условий, во-первых, достаточных, а во-вторых, достойных. Сегодня в нашем городе строятся школы, детские сады, в том числе с ясельными уже группами. А также детские и спортивные площадки, культурно-досуговые центры и школы – все это только для детей и их успешного будущего. Но в чем же истинный секрет успеха, могут сказать только мамы. Самый основной секрет, наверное, это материнская любовь. То есть если ребенка любить, если с ним разговаривать, если ему объяснять, то он и сам будет дальше идти. Здесь и изобретать ничего не нужно. Любовь, внимание, забота и понимание своего ребенка – вот тот самый вечный двигатель, который способен не только вырабатывать энергию, но и помогать в достижении успеха. Помните, родители, которым повезло с детьми, обычно имеют детей, которым повезло с родителями. Екатерина Елистратова, Андрей Дармаев, Новости дня.